Всем привет, с вами Звезда Четко. И я, Ксения Акчурина, готова поделиться самыми свежими предсказаниями на следующую неделю. Овны, вам захочется получать новые знания, но времени будет не хватать. Возможно, знакомство с влиятельным человеком, который положительно скажется на вашей карьере. Старайтесь контролировать свои эмоции в любой ситуации. Ваши решения должны быть мудрыми и справедливыми. Тельцы, будьте осторожны с новой информацией, а также воздержитесь от сплетен. Их могут понять неправильно. В четверг ожидаются изменения, связанные с вашей работой, а в выходные вам будет легко поддерживать гармоничную атмосферу рядом с собой. Близнецы – хорошее время для построения планов. Они быстро осуществятся и принесут прибыль. Вы полны сил и энергии для дальнейшего развития. Прислушайтесь к советам близкого человека, он будет говорить искренне. Раки, на этой неделе вам сделают выгодное предложение. Чтобы добиться своей цели, вам нужно объединить усилия с другими людьми. Учитесь договариваться и учитывать не только свои интересы. Львы, неделя может оказаться напряженной, но многообещающей. Есть опасность, что старые стереотипы помешают вашим планам в будущем, так что придется основательно поработать над собой. Девы, на этой неделе вам нужно пересмотреть свои приоритеты. Некоторые обязанности можно переложить на других. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях и не отступайте перед трудностями, а выходные посвятите активному отдыху. Весы, эгоизм хорош в меру, иначе возникнут трудности при общении с близкими людьми. Перепады настроения сделают вас не самым приятным для общения человеком, так что следите за собой. В середине недели объем работы может увеличиться. Скорпионы, ваши достижения станут заметны окружающим. Главное определите, чего вы хотите добиться в ближайшем будущем и смело двигать их к своей цели. А вот на пятницу важные дела лучше не назначать. Стрельцы, раскроется истинный уровень ваших знаний. Вам вряд ли удастся что-то скрыть. Среда – это хороший день и начало преображения. А вот в четверг держите все строго под своим контролем и не верьте слухам и сплетням. Козероги, вам понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие и не бояться перемен. В середине недели ожидаются осложнения отношений с близкими людьми, а вот с друзьями – полное взаимопонимание. Водолеи, пусть ваша скромность ограничится только тем, что вы не будете много говорить о своих достижениях. Однако проявите активность и принимайте решения самостоятельно. Важна не столько победа, сколько ваш настрой на нее. Рыбы. Работа может поглотить большую часть вашего времени. Не забывайте о своих близких, им нужна ваша помощь. К концу недели вы почувствуете, что двигаетесь в правильном направлении. На этом у меня все. А если вы не успели прослушать свой гороскоп, вы всегда можете ознакомиться с ним в ближайшем номере газеты «Стерлитамак неделя». Верьте звездам и слушайте сердце. До скорой встречи! Газета «Стерлитамак неделя». Время читать.